Всем привет! Сегодня 13 января 2023 года. Второй час дня. Пришел из столовой. Света у нас нет. Был в городе, там тоже, куда не зайдешь. Везде, если хорошо, работает генератор. А так окна забиты у многих в магазинах. Света нет, темнота. Все с фонариками или вообще не пускают. Так что вот такая микроновость. А так все тихо. Вроде потепление небольшое, там, где машины ездят. Сейчас займем радостник. Там даже каша уже образовывается, хотя снежка и нет почти, но грязь. Ну, а так вот, минус 3, минус 4. Вот такая вот погодка. Безветренно, пасмурно. Чича он вышла, гуляет. Герка ее охраняет. Только что стояли, грызлись с Гердой. Но Чича вышла, Гера ее любит сопровождать. Вот такие они две подружки. Поэтому буду сейчас заходить в дом. Мы чичи лапы и ждать свет. Хорошо, хоть у меня проводной интернет, благодаря моему аккумулятору, есть. Так что сейчас выложу без всякой обработки видео. Если будет тихо, делайте просто громкость громче. Потому что когда его дадут, может сейчас, а может через 4 часа. Всем пока, хорошего дня, хорошего настроения.